Блин, пока дозвонимся до этого. Только что проехал Тельма, ну и километров, наверное, 3-4, машина перевернулась вверх колесами. Тут, наверное, нужна будет эта самая помощь. И нет, я очень далеко был, видно было пыль. Вот, а детали я не знаю. Да, в сторону Усолья Сибирского. Да.
что. Да? Я уже уехал, я в Уссури нахожусь. Я издалека видел пыли этот, ну, на обочине. Но пока подъехал там, ну сколько, секунд 30, наверное. Вот, там уже ребята выскочили из автомобилей, которые, ну, были рядом. Вот. Водитель на ногах не стоит, машина перевернута вверх ногами. Ну, скорая помощь подъехала. Он не лежал, он еле стоял. Ну, пьяный, господи. Да, да, номер там этот я передал, записали, по-моему, сейчас не помню уже. Нет, нет, он ходит там этот, курит, разговаривает. Я спросил у него, помощь нужна какая-то, он говорит, ничего говорить не надо. Все, до свидания.
пробка, интересно. Thank you.
Может быть, здесь остановлюсь, а? Я видел, как этот пыль поднялась. Ну, это там сколько, метров, наверное, 200 до него был. Пыль поднялась, и, смотрю, машины остановились, там кто рядом был. Водители побежали там помогать ему. Ну, я позвонил 112, чтобы скорая помощь. Подошел к нему, его спрашиваю, он говорит, все нормально, ничего не надо. Вот. Пьяный. На ногах не стоит.